Приветище! Это мой Трайн, и мы продолжаем путешествовать на своей дрезине по пустоте. В прошлой серии мы уже тут немножечко обставились на нашей дрезинке, успели убежать от немцев, побывать в нескольких депо, обшарить их и продолжить свой путь. Пока что все хорошо. Отпускаем ручку тормоза и едем вперед. Сегодня мы с тобой займемся тем, что сделаем дополнительную площадочку для нашей дрезины. То есть это будет вот такая же вот штука, только тут не будет рычагов всяких, и она будет стоять сзади. Ну ты понимаешь, да, прицепим дополнительный вагончик, так сказать. Для этого нам понадобится сделать кучу всякой неведомой фигни. Вначале нужно исследовать эту платформу. Нужны железные слитки, подшипники, пружинки, болты в большом количестве. Что я могу вообще из этого сделать сейчас? Болты, обломись, нет болтов. Подшипники, для подшипников еще и смазка нужна. Благо у нас теперь есть лаборатория, где мы можем ее исследовать. Но для нее, для этой смазки нужен жир. Боже мой, а жир, как мы выяснили в прошлой серии, есть вот в этих вот пустоточках. Ну и, естественно, в других всяких пиявках и здоровенных летающих нечистей. Но сейчас их, к сожалению, нет, придется пустоточки вас раскрошить немножечко. Но, пожалуй, мы оставим это на потом. Я сейчас поищу железо. Ты видишь железо? Не вижу. Я вот химикат. А, нет, это золото. Давай, взлетай. Это не золото, а лед. Грязный лед. Мне уже лед мерещится золотом. Походу, все, приехали. Стоп, 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 железо, не долечу. Давай задний ход врубай. Реверс и тормоз отпустить, пожалуйста. Некоторые в комментариях писали, что типа едь медленно, чтобы собирать все ресурсы. Здесь все очень важно, все пригодится. Но я и так еду медленно. Я не разгоняю дрезину. Я даже ни разу рукоять скорости не трогал. О-о-о, кажется, прилетел жирок. Где ты у нас тут? Вот ты, негодяй. А ну вылази. О-о. Что-то выпало с тебя, нет? Что, нифига не выпало? Серьезно? А что так плохо-то? О, ну вот, опять эта фигня преграждает нам рельсовые пути. Придется сейчас очищать. Ну что поделать? Интересно, попаду отсюда? Промахнулся. Надо же. О, зоркий глаз моего детка Джека Воробья, пустотника. Да, в прошлой серии я все-таки попытался сделать Джек Воробья, но своего, своего. Ну что, пустотнички? О, жирок сразу же, вот этот не фартанул. Спасибо вам. Благодарю, что вы тут летаете. А что за звуки? Странные, как будто слизь. Или какие-то щупальцы меня хотят схватить. Мне это очень не нравится. Очень жутковато как-то. Деревяшечку возьмем. А, это железка вообще была. Что ж, я тут уже наплавил приличное количество железных слитков, которые нам нужны для болтов, пружинок и прочего всякого такого умца. Делаем, значит, болты две штуки. Опа, о-о, пустоточки. Пустоточки промахнулся, ну ладно. Сегодня им фартит. Если промахнусь, то я не буду стрелять. Так, подожди, давай говорим сразу. В пустотников я могу стрелять только один раз. Иначе, если я начну стрелять и выпускать всю обойму, я их истреблю. Так нечестно. По одной пульке на один косяк. А мы уже, кстати, подъезжаем к депо, и оно какое-то тут не такое. Оно немного другое вроде бы. Или мне так кажется? Давай ускорим вагонетку. Настало время разогнаться. Вот теперь я разгоняюсь. А до этого я не разгонялся. Я вообще редко практически трогаю рукоять дрезины. Можно сказать, никогда. Сейчас как на скорости туда влетим. Мне вот интересно, на что способна наша дрезина вообще, в принципе, по скорости? Пока что меня не устраивает. Очень медленно. Капец, как медленно. Так, болтики уже готовы, собираем. Делаем еще болт. С болтами покончено, настало время сделать теперь две пружинки. Делаем. И мы проникаем в депо. Надеюсь, там будет что-то новенькое, возможно, вражины. В комментариях писали, что тут есть какие-то чуваки, от которых я буду отстреливаться. Я прям в нетерпении, когда я уже постреляю по человечачине. Все, приехали. Блин, в этом депо я уже был. Ну что ж такое-то? Почему все однообразно? Я тут, короче, немного очканул, пока все обыскивал. Такой поворачиваю голову и такой: «Во, что? Это что, огроменный змей, что ли? Что это за дичь такая?» Ну, вроде как безобидная, но стремновато. Все, чешем отсюда. Тормоза снимаем. Юху! Так, мне теперь нужно подшипник сделать. Подшипник, а не подшипник, а для подшипника смазку. Вот, мы ее делаем.
Нужно побольше жирка набрать где-нибудь. Давай, скорее раздупляйся уже. Так, значит, проверяем. Пружина есть, болты есть, даже с лихвой. Медные слитки сейчас... железные слитки сейчас у нас будут, и подшипники тоже сделаю. Учитывая, что у меня смазка уже готова, и для подшипника у меня тоже все есть. Вот он, подшипничек у меня один. Чудесно. Остался еще один. Так, пустоточки. Пустоточки, миленькие, пролетите. О, железка, надо взять. Выплавка железных слитков мне сейчас очень важна. Химикаты. Не знаю, собирать их, не собирать. У меня их полные карманы. Пока что вон там что, железка была? Эх, пропустил, но назад я не поеду. Только вперед. Назад мы не смотрим. Мы смотрим только в будущее. Пустоточки, пустоточки, пустоточки летят. Итак, один выстрел. Есть попадание, но... Эх, к сожалению, ничего не выпало. О, здоровячок, привет. Может, ты поделишься чем-нибудь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пролетай мимо, только не тарань меня. Где ты? Где-то был внизу. Эй. Жиробасин. Ты куда скрылся? Я слышу, что он где-то здесь летает. А, вот ты где. Лови в нос. На. Охота открывать на огромную тушку. Пустоточки вон еще тоже снизу летят. Ну ладно, они уже далеко. Поехали, короче, хорош тут стоять. У меня тут слиточки уже готовы. А это говорит о чем? О, подшипник. Мне нужен еще один жирок. Еще один жирок, и все, я смогу исследовать дополнительную платформу. Жиру мне дай. Здоровяк. Я сейчас жиру буду беситься. От недостатка жира. О-о-о-о-о, привет. Привет, привет, привет. Стой, тормози. Но там жира не было, там мясо, по-моему, и да, и кожа. Ладно, заберем. Черт. У меня проблемы, Хьюстон. Съедаем органику. Кожу забираем. О, меня, нифига себе, ты куснул. Первый раз вижу, чтоб он меня кусал. Но он прилично так, 75 хп осталось из 100. Че так больно-то? Знаешь, что я думаю? Я думаю... О, пустоточки, пустоточки, давайте. Опа, есть жирок, отлично. Благодарю. Места нет. Сейчас, подождите, сейчас порешаем. Ты там не подлетай ко мне. Сейчас порешаем. Главное, чтобы он жир не сожрал, а то это вообще будет паника. Так, что делаем? Древесину надо положить вот сюда. Ты гляди, пока я там занимался. Кусай тут мою дрезину, негодяй. Так, мне срочно нужно придумать, куда мне чего воткнуть. А, вот место вроде уже появилось. Отлично. Древесинка все-таки улетела в плавильню. Жир есть. Можно делать еще одну смазку и последний подшипничек. И... Ты слышишь воду? А, это лаборатория моя булькает. Я чуть не обосрался. Думал, сейчас вылезет какая-нибудь нечисть. Все, смазка есть. Значит, делаем подшипник и носим все. Можно исследовать дополнительную платформу. Е-е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 . Подшипник давай. И запускаем исследование нашей платформы. Туториал, подготовка. Впереди вас ждет много интересного, в том числе расширение вашего поезда в одном из следующих депо. Поэтому соберите ресурсы, крафтите детали и всецело развивайтесь. О, спасибо, очень-очень важная информация. Мне подписчики уже об этом рассказали, что в депо можно будет заниматься поездом и его расширением. Так, а что я стою-то? Поехали, поехали. Ну что, что? Ну, во-первых, давай мы сделаем еще один ящичек, чтобы я мог там хранить вещички. Давай, иди налево, опять прилетел. Ты посмотри, только отворачивайся, он сразу фигачит мою дрезину. Черт, помощнее бы пушку. Ладно, я буду смотреть теперь в оба. Я что-то еду и даже ничего не собираю. Немножечко расслабился. Ну как расслабился? Меня вообще отвлек этот мутант летающий. Бесячий. Кстати, насчет контейнеров. Сейчас я тебе кое-что покажу. Да блин, попади. Сейчас я тебя на серу отстрелю. Да что ж такое-то? Вообще не попадаю. Мою! Знаешь, что я еще давно не делал? Помимо того, чтобы стрелять в эту тушу. Вот что! Да! Это немножечко расслабляет и воодушевляет. А то уж я тут совсем одинокий. Никого тут поблизости нет. Говорят, еще в эту игру интересно играть вдвоем. Ну, слушай. Последний раз, когда я играл с кем-то, все сказали, так неинтересно, играй один. О-о-о-о, я его долбанул. Типа одному-то интереснее выживать. Так сложнее. Вдвоем-то ясен пень, там, по-моему, жирок. Да, там жирок. Ништяк, ништяк, ништяк на подшипничке будет. Мне как раз
Я так и не могу понять, где я буду создавать платформы. Нет, я как бы понимаю, что в депо. Но я же должен где-то платформу эту собирать. Видимо, в депо будет дополнительный какой-то верстак. У себя здесь я ничего собрать не смогу, по всей видимости. Такое большое. Все, жирок есть. Мясо в топку. Я все равно его толком не жру, хотя возьму. Засолю и потом скорячу. Короче, вот что я хотел тебе показать. Стойка для контейнеров. Она очень экономит место. Мы сейчас ее исследуем, поставим куда-нибудь сюда и ящик на ящик потом воткнем, и будет вообще пупенно. Высоко вы летите, ребят, высоко, не буду даже стрелять. Я ленивая жопа, не хочу взлетать. О, какие милые друзья к нам тут прилепились. Жир есть? Нет, жир нет. А если найду? Ну как найду, он уже сдох, блин. Чего обыскивать? Мне вот интересно, почему вот с этой штуки нифига ничего не выпадает? Она такая огромная. Можно было бы с нее что-нибудь и дропнуть. Такая жирная. Какая-то слизькая, да? Но вот видишь, ничего с ней не падает. А вот и депо. Отличненько. Сейчас мы проверим, где там можно делать платформу. Открывай ворота, я еду. Кто там, воротчик? Поручик? Отпирай двери. Лакей, жакей. Ну же, постучать надо. И где мне здесь делать платформу для моего поездика? В этом депо я уже побывал. Все одно, да, потом газовые баллоны. Жалко, их подорвать нельзя. Видимо, в этом депо мы нифига не можем сделать. Ясно, тогда едем дальше. Придется мне изучать новые исследования, благо они у нас тут появились. Кухня. Да, скоро я буду готовить и жарить мясо. Дальше мне сил выговорить это слово. Стерилизатор, вот. И бинты. Все понятно. А кто-то тут у нас кряхтит. Получил по жопе. Пиявочник. Ладно, посмотрим, что нужно для кухни. Кухня — это очень важно. Нам нужен провод и древесина. Все остальное у нас имеется. Провод из чего у нас делается? Из медного слитка. Значит, ладно, будем железо сейчас переплавлять. А, стой, 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 стой. Нет, 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 не так. А назад. Медный слиток-то делается у нас из железа и химикат, правильно? Значит, берем два. Вот так вот. Черт, места нет, жрать хочу. Так, надо что-нибудь мясо давай сожрем, ладно. Попить тоже хочу. Ну, вот как-то так. Забираем слиток. Я же еще хотел поставить стойку для моих контейнеров. Давай посмотрим, где там эта стоечка. Вот она. У меня, в принципе, для нее все есть. Выходим, короче, отсюда. Сейчас я перемещу наш контейнер, если это получится. И давай вот это переместить. Переместить. G. Пока сюда. А здесь сейчас стоечку воткнем. Стойка для тебя здесь шикарнейшее место прям. Вот так вот. А, прикинь, древесины не хватает. У нас тут есть где-нибудь древесина? Не видать. Ладно, поехали тогда. Сейчас где-нибудь впереди да увидим. Древесинка, мы искали именно тебя. Добавить ресурс. Обратно возвращаем наш сундучок. Давай наверх. А, блин, прикинь, чтобы его переместить, нужна тоже древесина. Все, переместили, отлично. Теперь сверху могу еще один контейнер поставить, это будет великолепно. А, стой, назад, тормози. Тормози, вон сколько материал пропустили-то. Возвращаемся к нашей кухне. Что там по проводам могу сделать? Ну давай один провод сделаем. А я сейчас посмотрю, сколько мне их там вообще нужно. Кухня, 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 где она у нас? А, мы ее еще даже не открыли, не исследовали. Точно, точно, точно. Давай сейчас посмотрим. Кухня, два провода надо. Оки-токи, один уже есть. Сейчас сделаем второй. А вот и второй проводок. Исследуем кухню. Наконец-то она у нас теперь будет. Не знаю только куда ставить, наверное, вот сюда воткну. У меня все ресурсы есть, я их все сделал. Втыкаем, значит, ее. Где у нас кухня? Кухня, кухня, где ты? А, вот она, бочечка. Ставим ее, сейчас развернем. Вот таким вот образом. Вот, да, вот так вот. И ставим ее здесь. Не понимаю, зачем ей нужны были провода, но, видимо, это не у моего ума дело. Вот, серьезно, где здесь должны быть провода? Для чего, скажите мне? Разделочная доска и бочка с углями, чтобы жарить гриль. Непонятно, да? Значит, из еды я могу делать напитки. Если есть лед, а он у меня есть, делаем, значит, два штука. Поехали. А, топливо надо, конечно же. Древесины нет. Да что ж такое-то? Значит, вот дерево, одна штука. И вот, делайте мне, пожалуйста, воду. Скоро у нас будет бутылка воды. И надо будет раздобыть мясо и зажарить его. О, кстати, вот. Летят.
мои добровольцы. Есть мясо? Нет, нету. Я уже просто все мясо сожрал в сыром виде. А то пока сделаешь кухню, с голоду помереть можно. Вода вроде у нас готова, можно забрать. Можно? А где вода? А, вот, вот эта вот чашечка, смотри, вот она. Я забрал воду. Офигенно, можно напиться, давай выпьем. О, да, теперь осталось только приготовить еды нормальной. А мы между делом приближаемся к новому депо. Ого, ты погляди, какое здоровенное депо. Что? Люди! Ёшки-матрёшки, здесь же вы люди. Только они что-то как-то не очень рады мне. Я, может, провиант вам привез. Ой, вас много тут? А здоровье-то у меня не ахтя, это что такое? Это однорукий Джек, автомат игровой для казино, но, по-моему, это не совсем похоже на казино. Да давай уже, сдыхай. Хедшоты сейчас буду раздавать. Бах, на тебе хедшот. На тебе. Мой АИМ прокачан до невозможности. Ну ты видишь сам, да, как я метко стреляю хедами. Сейчас подойду поближе, посмотрю на этих. Это что? Это такие же, как и я? Ой, еще кто-то стреляет. Откуда? Где? А где еще один трупак? Вот тут вот. Ну да, слушай, нет, они не похожи на меня. Это не кондукторы и не водители поездов. Сейчас я в упор подойду к нему, посмотрю на его наглую рожу. Покажи мне. Что это за маска у тебя, а? Ты что прячешься? Это бандит. На тебе. На. Сколько ж вас тут, а? Как так много-то? Откуда вы тут взялись? Это, видимо, разорители пустоты. Сейчас, и с тобой разберемся. На! Ствол упал. Можно взять? Конечно, можно. Нифига себе. Модуль револьвера поднял. А с других ничего такого не выпадало? Ты не замечал? Еще кто-то стреляет. Так, с тебя вроде ничего не упало, да? Да где ты? Где ты? Я тебя увидел. А как его рукояткой ударить? Он меня как-то бил. Я же могу бить, да? А, во, когда вот так с вот. С врагами было покончено, авантюристы смогли осмотреться и приметили строительный пульт, который упоминался в дневнике. О, ящик строителя. Нифига себе, прикольно. Классная штука. А вот и строительный пульт. Ага. Так, ладно, давай зайдем на строительный пульт. Здесь тоже, да, в ящике что-то можно делать. Наконец-то депо сменилось. Здоровенное такое. Взаимодействовать, значит. Что мы можем здесь сделать? Добавить вагон. У меня все запчасти есть. Построить модуль какой? Или улучшить вагон? Подстроить модуль, что имеете в виду? А, механические всякие рычаги. На каждой платформе я могу сделать тормоз или переключение передач. Ну, вперед-назад. Но я сейчас хочу следующий вагон, предыдущий вагон. Добавить все-таки вагон. Зажимаю. О, да. А, мне его еще и обустроить нужно, видишь? Декоративными панельками обшить придется еще. О, тут еще и название поменять можно, переименовать. Сквозь пустоту. Поезд сквозь пустоту. Выходим отсюда, смотрим на мой паровоз. Ну как паровоз, это еще пока дрезина. Сейчас попробуем обшить его. Значит, древесина у меня нема. Ладно, давай пошаримся здесь, может что найдем. Я уверен, что мы что-нибудь тут да найдем. Так, однорукий бандит. Нет жетонов, надо их добыть. Смотри, клевер дает древесину с металлом, слитки. Нифига себе, жетоны даже можно выиграть, если конфетки выпадут. Обалдеть, сколько тут всего интересного. Ну, пойдем прошвырнемся по-быстрому. Первое открытое помещение. Заходим, а здесь борода. Ну, то есть ничего нету. Обломентос. Еще одно здание. О-о-о-о, ништяк, ну наконец-то, ну наконец-то. В мусорках поковыряться-то хоть дали. Хоть что-то я достану сейчас с них. Мясо, сырое мясо, сейчас приготовим его. Здесь двери закрыты, не пройти. Окей. Пойдем тогда вниз спустимся, тут же есть лесенка вниз? Не, здесь нету. Тогда на другую сторону. Еще одно здание. И уверен, что в нем тоже нифига нету. Даже. Пульт какой-то. Ну да, как я и ожидал. Ни шиша тут нет. Блин, депо, конечно, прикольное. И то, что здесь есть пульт, это классно. Но ресурсов тут вообще как-то не очень много. Чё там нам нужно-то было для контейнера? Два железных слитка. Ща будет. Слитки есть. Значит, ставим еще один контейнер сверху. Вот так вот.
Сейчас затолкаем в него чего-нибудь, например, пистолеты, которые нам пока не нужны. Для чего вообще пистолеты? Базовая рукоять шустрила. Видимо, я потом смогу оружие обгрызывать или создавать. Так, ну раз мы здесь, можно еще и приготовить мясо. Почему бы и нет? Еда. Стейки, стейки, стейки. Наконец-то нормальная еда. Пусть она тут пожарится пока. Чё, я тут вроде древесины навалом набрал. Так что можно сделать и деревянный декор. Вот это я понимаю. Теперь нужно все вот это вот барахлишечко перетащить вот сюда. Благо... А, древесины нет. Ну и, соответственно, перенести я тоже ничего не смогу, поскольку древесины у меня нет. Будем набирать, значит. Ну и что ж, поехали дальше. Next, next, next. Please. Кстати, мясо сготовилось. Забираем его. Сейчас поедим, я как раз голодный. О, да. Что-то я другое съел, не мясо. А вот теперь стейк. И водички еще попьем. Ништячок. Снова в пустоту. Значит так, нам нужны бинты. А для бинтов нам нужны химикаты. Без них как бы вообще никак. Древесинка, древесинка. А, нет, это железячка. И там вот лед, но он нам пока не нужен. Древесинка, древесинка, иди сюда, ты мне нужна. Так, древесины нужно побольше. Органику, короче, прикинь, мы тоже жарить можем. Видимо, это очень вкусно. Здесь, в этом мире. Ой, как я упал. Так, еще древесина готова. Все, пол на второй платформе мы сделали. Надо исследовать вот эту штуку, стерилизатор. Для него нужно сделать там зеленую бутылку. А зеленая бутылка, это у нас что? Это у нас, вот, химикаты. Значит, делаем две штуки. Нужно срочно древесину найти. Воу-воу-воу, что произошло? Ты чё? Жиру бесишься, да? Так отдай мне его. Черт, надо помощнее пушку где-нибудь раздобыть. О, получил в пузо? Он прям как будто падать начал. Готово! Спасибо за жир. Так, накинулась резко, думала я не замечу, ага. Так, мясо, мясо. Теперь мясо нужно собирать. Поскольку кухня имеется. Стерилизатор мы можем исследовать. Изучаем его. Теперь нам этот стерилизатор нужно сделать. Для того, чтобы мы научились делать бинтики. Эй, ты железку возьми. Черт, запутался в камнях. Где-то пиявочка летает. Где ты? Покажись. Она отошла от моей вагонетки. О-о-о, стоп, 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 тормозим. Снова жир, да сколько его тут. Офигеть! Просто невероятно много. Так, инвентарь полный, это плохо. Значит, стерилизатор. Наверное, он делается где-то здесь. Ага. Мы его можем сразу же сделать. Делаем. Ты представляешь, чтобы делать бинты, нужна кожа. Кожаные бинты. Прикинь, как это мажористо звучит. Жирно прям. Все. Стерилизатор я забрал. Можем теперь бинты изучить. Где их интересно делать? На верстаке или в лаборатории все-таки? Так, что по исследованиям новое открылось? Это что за букашечка? Кто это такой? Это приручение Рофлиму. Это, видимо, тот бугай здоровенный, который тут летает. Я его смогу приручить, и он быстрее будет толкать мою дрезину. Типа так. Знаешь, как ковбой лассо на него накину, и мы поедем вдаль. Будет круто. Значит, бинты, наверное, на верстаке, да? О, это что такое? Расходники. О, точно, бинтики здесь делаются. Мне бы один бинтик бы сделать. Давай стерилизатор начали забабахаем. А, нужно вот эту штуку. Химикаты нужны. Блин, у меня тут нет химикатов случайно? Не, нифига нету. А они вон там, поехали. Сейчас возьмем один. Делаем нестабильный химикат вначале. Что-нибудь еще где-нибудь есть? Химическое. Стерилизатор сделал. Сейчас попробуем сделать бинтик. А, кожа, 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 точно. Достаем ее с моих сундучечков. Кожа имеется, пожалуйста, бинты мне выдайте. О, да. Сейчас они будут. Есть бинты. Теперь надо заюзать. Восполним здоровье. Но ништяк. Перебинтовались, отлично. Так, теперь нужно переносить все на другую платформу. И кухню, и верстак. Ребятки, чего-нибудь у вас есть? Блин, промахнулся. Три раза выстрелил, хотя я говорил, что буду по одному разу стрелять. Ну что, молоточек, пришло время переезда. Переноса. Так, кто-то на нас напал, кажется. Я тебя сейчас молотком зашибу, блин. Только поработать захотел. Где ты? О, попал. Что там, кожа? Да, и пофиг на нее. У меня ее все равно в достатке. Достаем еще раз молоточек и начинаем переезд. Значит,
Значит, с кухни начинаем. Кухня у нас переезжает вот сюда. Здесь она у нас теперь будет. Лаборатория тоже у нас переезжает. Что это я сделал? А что это я сделал с объектом? Я не понял. Объект разрушен. Собрать остатки. Я не хотел его ломать. Блин, с него только одна медная проволока. Я столько на лабораторию потратил, с нее только одна медная проволока досталась. Лабораторию по-новому придется строить. Настало время покончить с переездом. Значит, собираем. В смысле не могу? У меня же там было древесина. Вон, есть древесина. А, вначале надо ящики перетащить. Блин, это же капец. Вначале ящики перемести, древесину. Потратить на это все удовольствие. А только потом стеллаж. Капец. Так, значит. Ящики у меня будут вот здесь храниться. Ну, все. Объявляю, что официально переезд у нас осуществлен. Ну, теперь всяк попросторней. И мы, кстати, уже подъезжаем к депо. Ну, ладненько, чё. Подъезжаем, так подъезжаем. Знаешь, что хотел проверить? Вот смотри, сейчас откроются ворота. Давай, открывай. А я хочу влететь после моей дрезины и посмотреть. Вначале же заезжает... А, почему-то остановилось все. А что все остановилось? Я не понял. Едем. Не тормозим. Поехали. Вот он заезжает. Я назад отхожу, выезжаю. Сейчас заедет дрезина, и по идее ворота должны закрыться. Смотри, они закрылись. А как я? А я-то как? Мне же тоже надо туда попасть. Ха! Я сквозь них могу пролетать. Ну, понятно. О, депо снова длиннюще. Ой, здесь мои братюни ждут меня уже, да? Враждюни-братюни. Так, теперь по всей... О! Жалко монеток нет, я бы сейчас поиграл. По всей видимости, теперь каждое депо будет меня встречать вот так вот весело, да? Это не совсем круто, но... Да блин! Может быть, попробовать пострелять вот так вот? Как думаешь, это улучшит мои навыки стрельбы? Я думаю, что нет. Мне все-таки удобнее вот так вот лупить. Ой, там их трое. На тебя! На, получай! Что-то как-то плохо я ему... Что-то как-то плохо я его с руки дубать. И тебе тоже хедшот! Что ты делаешь-то? Что ты... Ты думаешь, это тебя спасет? На тебе! О, прикинь, ушатал. Ладно. Все-таки работает. Это что за кузня тут такая интересная? О, прикинь, с него монета выпала. Нифига себе. Сейчас я ее подниму и сыграем. Только надо место освободить. У меня там все плотничком. Так, что бы выкинуть? Что бы выкинуть? И куда? Монеточка, спасибо. Ты за монеткой тоже пришел, да? Да блин, давай же уже вздыхай. Что там с тебя выпало? Еще одна монетка. Нифига себе. Спасибо за два жетончика. Вот так. Меня приятно удивили. Модуль еще от револьвера упал. Так, пойдем. Сейчас сыграем в однорукую свинью. Один жетончик. Ножи, давай. Клевер. И фигня какая-то. Ладно, спасибо. Еще разок сыграем. Да. Я, короче, знаешь, что хочу? Я хочу сейчас вот это все вот барахло выкинуть. Вот так вот. Выплавить себе несколько слитков железных. А здесь вообще есть пульт улучшения? Он тут был или нет? Ага, есть. Так, значит, я хочу улучшить свой поезд, а для этого нужно, смотри, 4 железных слитка, пружинка, подшипник и болты. Сейчас все будет. Готово, все собрал, благо у меня все было с собой, прям шикардятина. Значит, улучшаем, хочу улучшить вагон. Я же могу себе это позволить? О, он стал длиннее. А я-то, если честно, думал, он будет обрастать металлом и превращаться в поезд. О, гляди, а что это я тут в воздухе делаю? Лысый, я лысый. Вот еще модуль пистолета валяется рядом со мной. Ну ладно, придется обшивать теперь и здесь еще. Ну слушай, по идее у нас поезд должен быть таким длинненьким. Так что я думаю, тут все по плану. Вначале мы наращиваем его колесную базу, если так можно выразиться, а потом будем обшивать его металлом. Ну что ж, я думаю, на сегодня это все. Мы слишком долго были с тобой в этой пустоте. Пора вернуться в реальный мир. Если тебе понравилась эта игруха, ты знаешь, что делать. Ставь огроменные пальцы, ну то есть лукасы, под этим видосом и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих видео. Увидимся, между прочим, на них же. Так что до встречи!